Hey, yo, ребята, всем привет, это канал Дурацкий Крутой. После длительного, практически пятимесячного перерыва в Shin Megami Tensei Devil Summoner Райд Кузаноха против бездушной армии, я решил все-таки время от времени выкладывать на канале прохождение и добить эту игру, и добить все оставшиеся игры, которые я начал. Там Fatal Frame, еще что-то, не помню. Скоро, кстати, Shin Megami Tensei 5 выйдет на русском, и мы будем играть на PlayStation 4 на русском, на стримах, потом, когда пройдем третью персону. Но мы тем временем начнем, точнее продолжим. Это было очень давно, когда мы играли с вами, поэтому надо будет еще все вспоминать. Так. Погодим. Не знаю, с какой интенсивностью будут выходить видео. По желанию, скорее всего, я не уверен. Если будет желание, будут видео. Не будет желания, не будет видео. Так что сорян. Так, нам нужно сейчас вернуться и найти того чувака с родинкой. Блин, все, управление забыл. Вообще все, давно не играл. Я как-то убирал вон ту полоску. Сверху там в настройках копаться как-то вообще адово, помню. Задрачивался, убирал ее. Так, ну я не думаю, что нам сильно помешает. Так, Шинода, Косумидай. В Косумидай, что ли? Не помню. Мне нужен, правда, демон. Да, в Косумидай. Ага. Так, стоп, а у меня есть какой-нибудь демон? Огненный. Тоже забыл, призвать. А у меня джека фонаря случаем нету. А зуми это точно не то. Так, давайте-ка вернемся назад. Мне нужен огненный демон. Сейчас. Ручки-то еще помнят кое-что. Так. Вот этот, кстати, огненный. Блин. Так. Или она не огненная? Ну ладно. Сейчас, секунду, я проверю, у меня там идет запись. Секундочку, прям. Да вроде идет. Да, все работает. Все отлично. Блять, я не с того конца вышел. Ну ладно. А что это за звук? Вот машина какая-то или что это?
Бля, опять коза ебучая. Где-то какой-то звук странный. Сейчас. Как я от этих рандом каунтеров уже устал, если честно. Так, практически пришли. Менять моба на прокачку, но хер его, значит, не хочу. Так. А чё у меня этот есть? Чё-то я прогнал тогда. Сейчас, подождите. Что это за хрень такая с ними? Они типа как будто неактивные. Это не помогает.
Ладно, его купим. А, у меня денег не хватает. А, стоп, 6700 всего лишь. Да, все, купили. Ладно. Пойдемте. Тут так будем 100 лет сидеть. Не знаю, что с этими демонами. Надо будет разобраться, что это за статус у них такой вести. Я лично не особо понимаю. Блять, а почему он тоже? Не понял. А, все, да, нормально. Все, пошли. Ты так времени много потеряли. Стоп, не-не-не. Ксумидай. Совсем забыл, не поиграешь, 5 месяцев сразу потом не вспомнишь все. Так, теперь нам надо пушку зажечь этим демонам. Идемте. Тут, кстати, тоже довольно-таки сильные демоны. Так, где она стоит, только я не помню. А, ну да, здесь мы не пройдем, точняк. Нужно отвлечь их этой пушкой. Блять, надо было в противоположную сторону пойти. Ну ладно. Так, возвращаемся к игре, извиняюсь. Резиста, блядь. Так. Ты что ж у него ко всему резисту, что ли? Блин, убили. Ну ладно. Черт с ним. Ого, экспа сразу подлетел у этого Джека. Так. Не в ту сторону пошел. Сюда вот. Вот она, пушка. Собственно, ее надо поджечь. Джек использовал пламя. Теперь там освободилось в том месте. Ага, что? Это что, был выстрел из пушки? Уже вечер? Так, ведь еще слишком рано до вечера. Черт, я умираю с голоду. В любом случае, моя смена закончилась. Я возвращаюсь к казарму. Понятно. Итак, это сигнал к смене постов. Отличная работа, Райду. Отличный способ пораскинуть мозгами. Это должно отвлечь их. Давай подойдем к будке охраны и поищем нашего крота. Теперь можно пройти и поискать того чувака с родинкой. Эй, почему ты так пристально смотришь мне в лицо?
Это не он. У этого парня нет родинки. Ты ведь не думаешь, что я есть тот никчемный дезертир, правда? Я здесь для того, чтобы поймать этого парня и получить повышение по службе. Я слышал, что не так давно он был неподалеку от этого контрольно-пропускного пункта. Он прошел ту же подготовку, что и мы все, так что знает, как скрываться. Но не волнуйся, пока он в Касумидае, он в ловушке как крыса. Это всего лишь вопрос времени. Единственная другая возможность заключается в том, что он сотрудничает с кем-то извне. Конечно, мы бы просто схватили и наказали этого человека, так что это не имеет значения. Я думаю, у нас проблемы. Если этот дезертир тот самый тип, который звонил в Capital Daily, Тай тоже попадет под подозрение. Мы должны выбраться отсюда во что бы то ни стало. Черт возьми, двойные неприятности. Так, давайте походим здесь. А так нам нужно к Тае вернуться. Это что это? Ништяки. О. Как Капа, который дружит с иностранцами, может защитить нашу столицу? Капа должен вести себя как Капа и прыгнуть в озеро. С другой стороны. Из-за инцидента с шпионажем мы усиливаем меры безопасности. Никто не входит и не выходит. Эта зона охраняется. Внимание! Всем приготовиться. Мы здесь не пройдем. А здесь? А, это то же самое. Ловим ее. Она нам не по зубам, да? А, у меня места нет, твою мать. Но это у меня, кстати, дерево было, я помню его. А, никчемные. Я тут, кстати, все силу трачу, поэтому у меня катана прокачана. Может быть, и стоит следить демонов в катану, в принципе. Тогда прокачаем ее посильнее. А у них боевой дух просто упал, скорее всего. Small hall. А, можно демона туда пустить? Где? Попробуй залезть. Чё, не пройдешь? А, хер с ним, идем. Отседу. Точнее, к Тае пойдем. А, у него резист к ним. Он, они же огнем бьют. Сати.
слабаки. Ну, вот Джек качается. Вообще, поначалу, кстати, когда я в эту игру играл, мне вообще так дико не нравилась система боя, а потом она мне через, ну, спустя какое-то время показалась очень даже удобной. Довольно прикольно. А чё там, в той стороне? О, целый этот. Не слишком сильные, кстати, противники, фигня так-то. О. Некомата. А, проиграла. Травит, сучка. Блять, травила. Все, давай, до свидания. Так, надо снять эту всю хрень с нас. Ну, здесь больше ловить нечего, так что уходим потихонечку. Идем к Тае, которую, собственно, сейчас украдут. Ее не будет здесь на месте, только фотик ее. Так, ну и в жопу. Скейп. Еще мне нравится здесь убегать. Постоянно убегаешь, ни разу такого не было, чтобы нельзя было бежать. Это же камера Тае. Я не думаю, что репортер просто так оставил бы свою камеру. Я чую неладное. Это кукла, провод под напряжением, и я готов поспорить, что именно в этой камере спрятан ключ к разгадке. Но я не фотограф, как мы проявим фото? Райд взял камеру Тае. Добро пожаловать, Каноэ. Я известный торговец антиквариатом. Если вы разбираюсь ли я в камерах... А почему ты это спрашиваешь? Райду рассказал о пропаже Тае. Понятно. Значит, ты думаешь, что в этой камере может находиться подсказка? Почему бы тебе просто не попросить меня проявить пленку? Любой каприз за ваши деньги. Думаю, что 3000 йен будет достаточно. Заплатить старику 3000 йен. Райду заплатил 3000 йен за проявление пленки. Ух, прости, что пришлось ждать. Вот, держи фото. Странно вышел снимок. Райду получил фотографию, на которой Тае и солдат. Эта фотография определенно создает впечатление, что они оба были затянуты в царство тьмы, не так ли? Все это означает лишь одно. Мы единственные, кто может их спасти.
теперь ты можешь войти в темный Косумидай. Ну вот теперь в Дарк Косумидай нужно идти. Через храм. Погнали. Я уж забыл, где этот храм-то. А, Шинода, точно, храм Шинода. Блять, как это давно было. О, кстати, сохраниться можно здесь. Заодно пока мимо идем. Вон они. Райду, они здесь, вон, смотри. Вам не вырваться из наших холодных мертвых рук. Нам лучше схватить Тая и смыться, пока они ее не зомбировали. Да ладно, это зомби. От этих зомби, блядь, одно слово. Ну и чё? Ну бьют они так. Да давайте мы их сейчас тоже стукнем нормально так. Ну ещё будут? Всё? Маловато. Мать моя женщина, ты действительно спас наши задницы. Какого черта здесь творится? Мы разговаривали, а затем... Черт, это после того, как мне так повезло, да? В кои-то веке я встречаю эту красотку-репортершу, а монстров взяли и все испортили. Ты ее друг? Она лежит вон там, на земле. Я не могу ей ничего рассказать, ведь она без сознания. А? Кто я? Меня зовут Садакичи. Я боюсь, что я здесь и есть тот самый дезертир, о котором все так активно говорят. То, что они вытворяли, я больше не мог это выносить. Так что я решил, что нужно что-то делать. Я хочу, чтобы мир знал, что на самом деле происходит за закрытыми дверьми. Генерал-майор Монаката возглавляет какой-то очень подозрительный проект. Он накапливает запасы высокотехнологичного оружия, чтобы укрепить вооруженные силы и обогатить нашу страну. Чем дольше я работал над проектом, тем больше мои собственные действия вызывали у меня отвращение. Я, кстати, чувствую, что пройду эту игру все на силе тупо, на катане, без демонов. В конце концов, я ускользнул, когда никто не видел, и связался со СМИ. Ты не понимаешь, Они даже не люди. Это армия монстров, специальные отряды живых мертвецов. Одного этого достаточно, чтобы довести человека до безумия. Это было так ужасно. Мне просто нужно было убежать, затеряться, скрыться как можно скорее.
Мне удалось тащить кое-какие документы, когда я убегал. Ну, знаешь, на случай, если вдруг мне срочно понадобятся деньги. Я бы дал их тебе увидеть, но... Когда я убегал, я случайно выронил их. Не мог бы ты, ну, знаешь, вернуться и поискать их? Думаю, что ты быстро справишься со всеми этими монстрами и найдешь нужные документы, и тебе это не составит труда. Но не нужны мне, чтобы разнести этих военных шишек в пух и прах, поэтому мне нужна твоя помощь, чтобы найти их. Ты поможешь мне? Без сознания. Когда ты соберешь все документы, что я бронил, я смогу ответить на все вопросы. Я рассчитываю на тебя. Короче, он где-то проебал эти документы, нам нужно эти документы найти. Ну ок. Ух ты, череп какой. Ты собираешь те бумажки, которые ронил этот парень? Фу, какая морока. Позволь мне помочь тебе. Хочешь знать, сколько еще осталось найти? Ну-ка скажи, сколько ты уже нашел. Эй, у тебя вообще нет ни одной. А ну-ка иди их и ищи. Это место такое большое, что мы ни за что не найдем их все, если будем безумно использовать умение инспект. То, что нам нужно, это найти того, кто их видел, и пригрозить им, и дело в шляпе. Так мы сможем получить нужную нам информацию. Кругом, шагом марш. Так точно, поздравляю с успешным патрулированием территории. Докладывай результат мне, своему начальнику. Так точно, сэр. Темный Кусумидай в безопасности. Наш долг служить и защищать граждан темной столицы. Мы должны приглядывать за каждым и спасать. Да, сэр. Я сделал все, что в моих силах, сэр. Салют. Эти зомби, похоже, так и не поняли, что они трупы, а не полицейские. Если они настолько зациклились на своем статусе полицейского, вероятно, они могут нам помочь. Мы офицер-зомби. Я всегда патрулирую с напарником. Верно ли мы понимаем, что вы ищете эти, как их там, документы, верно? Да, был такой человек, который бегал повсюду. Теперь, когда вы об этом упомянули, я действительно вспомнил. Я видел, как он уронил несколько листов бумаги. Мы поклялись защищать жителей столицы и служить им. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь. Во всяком случае, это все, что мы можем вспомнить. Сэр, если у вас возникнут какие-либо проблемы, не стесняйтесь обращаться к нам. Салют. Какую страницу документа вы ищете? Первая. Да, я видел эту страницу рядом с этим оружием. Не просто оружие, сэр, это огромное оружие. Будьте осторожны и потушите огонь, прежде чем приблизитесь к нему. Два. Это был довольно необычный объект. Он показался мне довольно знакомым, как будто я его где-то раньше видел. Сэр, люди называют это снежным человеком. Для них это название в порядке вещей, сэр. Страница 3.
Как бы это сказать, это было в обычном повседневном месте. Сэр, я видел неподалеку. Он за кустами на том самом перекрестке с трехсторонним движением, сэр. Четвертое. Ее я видел около огромных ворот. Человек пытался спрятаться между стенами, но мое острое зрение все равно засекло его, сэр. Ясно. Имейте в виду, что вы не сможете найти его, используя только инспект. Страница 5. Я видел его в маленькой яме, сэр, в кустах, если быть точным. Имейте в виду, что вы не найдете его просто так. Помню, я был удивлен, что он вообще смог там поместиться. Только самые маленькие демоны могут сделать это. Страница 6. Это место с хорошим обзором, сэр. Это совершенно тупиковое место. О да, там тоже была какая-то странная статуя. Страница 7. Сэр, я сам видел это на верхушке дерева. Этот человек вкарабкался на дерево, словно за ним гнался медведь. Страница 8. Сэр, этот... О нет, ты опять забыл это, не так ли? Я приношу свои извинения, сэр. У меня разлагается мозг, я ничего не могу с этим поделать. Я постоянно все забываю. Сэр, возможно, если бы у меня был какой-нибудь стимул... Это освежило бы мою память. Пар Джек использовал поджог. Ух ты. Вы действительно зажгли огонь в моем сознании. Теперь я все вспоминаю, сэр. Теперь я вспомнил. Я отчетливо помню, как кто-то украл документ. Что? Ему лучше не думать, что он сбежит руки правосудия. Сэр, мы должны предать его немертвому правосудию. Этот документ украл мой коллега-офицер. Не волнуйтесь, сэр, мы его как-нибудь выманим. Идите к воротам с восточной стороны и побродите там, он обязательно появится. Конечно, странга. А, вон. Пиздюк. Туда пройти нельзя. Точно?
Там что, тупик? Да, смотрите, у нас тут тупик. Ну да, конечно. Это всего лишь жалкая баррикада. Это все, на что они способны? Демон мог бы пролететь над этой штукой, не задумываясь. Баррикада. Эх, хотел поймать, блядь, убили. Ой, блядь. Да нахер надо? На ветке наверху торчит белая бумажка. Тот листок — часть документа. Я думаю, этому болвану было бы недостаточно бегать повсюду. Ему пришлось еще и по деревьям лазить. Я не думаю, что ты сможешь добраться туда, Райду. Давай попросим демона сделать это. Пайрат Джек взлетел на дерево, чтобы забрать себе листок бумаги. Этот листок бумаги был частью отчета Садакичи. Райду нашел один лист номер 7 из документа Садакичи. Ебать, мне надо найти 8 штук. Это прикол. Какой клёвый. Бум. Прямо вон там. Маленькое отверстие, вон там. Я слишком большой. Не могу войти туда. Как жаль. Я ухожу. Я отправляюсь в путешествие. Не нужно идти за мной, понял? Р-р-р. Демон ушел. Небольшая дырка. Понятно. Короче, нам надо дневник собрать, все 8 частей, да? Пипец. Ясно. Места нету. Так что добиваем. Бля, забыл.
тупик, да? Короче, понятно. Тут раскидан дневник, и надо его собрать. Из 8 частей. Пока не соберем, грубо говоря, не пройдем это место. Ой, бля. Давайте, ребят, на сегодня закончим. В следующий раз, я думаю, я уже, наверное, все эти дневники найду сам просто за кадром. И мы продолжим, будем дальше играть. Ну, с вами был, как обычно, я, Дурас Крутой. Если вам понравилось, вы знаете, что делать. Пожалуйста, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Увидимся в новом видео. Покедово.